качественный пуховик – хорошее вложение в будущее, ведь при удачном раскладе он прослужит вам не один сезон. Чтобы выбрать по-настоящему качественную и теплую модель, прислушайтесь к нашим рекомендациям. Обратите внимание на наполнитель. Вариантов немного – натуральный пух или синтетический аналог. Первый достаточно легкий и теплый, но стоит дороже и теряет свои изоляционные свойства при намокании. Если не хотите замерзнуть, выбирайте соотношение 80 к 20 или 70 к 30. Такие модели согреют вас даже в сильный мороз. Самый теплый – гагачий пух, но за такой пуховик придется выложить кругленькую сумму. Самый неудачный выбор наполнителя – утиный пух. Он хуже держит тепло и быстро скатывается. Синтетические наполнители для пуховика добывают из синтетических волокон, обработанных, спрессованных или склеенных особым образом. В отличие от натурального сырья, синтетическое дешевле, а также является гипоаллергенным. Самый теплый, но и самый дорогой из таких вариантов – тенсулейт. С ним не страшны 30-градусные холода. Кроме того, он легкий, упругий и достаточно тонкий. Холофайбер – один из самых распространенных наполнителей, изготовленных из полиэстера. С ним не страшно попасть даже под мокрый снег. У материала отличные влагоотталкивающие свойства. Температурный режим для пуховиков с холофайбером – до минус 20 градусов. Пожалуй, самый непригодный для суровой зимы наполнитель – это синтепон. Он способен выдержать температуру до минус 15 градусов, что никак не подходит для уральского климата. Выбирайте модели с закрытой молнией. Желательно, чтобы ткань была как снаружи, так и внутри. Если молния не прикрыта, изделие будет продуваться. Пластиковая фурнитура приятнее тактильно, но может потрескаться на морозе. Металлическая – более износостойкая. Модели с капюшоном защитят вас от мороза и сильного ветра. Если хочется разнообразия, отдайте предпочтение пуховику с отстегивающимся капюшоном. Верхняя одежда может быть чуть больше того размера, который носите вы. Ведь зимой вы будете носить объемные свитеры и худи. Также обратите внимание на длину рукава и манжеты. Они должны плотно прилегать к запястьям. В противном случае в рукава будет задувать холодный воздух. Что касается фасона, здесь действует несложное правило. Чем проще, тем лучше. Сегодня в моде оверсайз-модели. Кокон, одеяло, стеганые пуховики, а также спортивные варианты. Утепляйтесь грамотно. We'll be right back.